Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций Кутакан и Трайтук. Российский миротворческий контингент отверг предложение сопровождать кортеж до моста Хакари в Нагорном Карабахе. Давид Ишханян избран спикером парламента Нагорного Карабаха. Азербайджан хочет отказаться от трехстороннего заявления, заявил президент Нагорного Карабаха. Необходимы четкие шаги для выполнения всех международных призывов и решений по Нагорному Карабаху, заявила пресс-секретарь МИД Армении. Международные церковные структуры направили Боррелю письмо относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Блинкен обсудил с Фиданом переговоры между Арменией и Азербайджаном. Необходимо, чтобы процессы Турции, Армения, Азербайджан, Армения скоординированно продвигались вперед, заявил Фидан. Азербайджанские политэмигранты требовали освобождения политзаключенных. По меньшей мере 30 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Пакистане. На зерновом складе порта Дер-Индже в Турции произошел взрыв, есть раненые.